Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре проект, который называется InVench. Это новая лицензионная компания и блокчейн на смарт-контракте, которая проведет IEO. Именно про этот проект сегодня мы и поговорим подробнее и разберем его вплотную. Итак, давайте же начнем. Ни для кого не секрет, что криптовалютный мир давно перестал быть чем-то диким и непонятным для большинства числа населения. Как мне кажется, уже давно развеялся тот миф, что криптовалюты — это некий мыльный пузырь, который был создан специально лишь бы подорвать нашу с вами мировую финансовую экономику. Но это далеко не так, ведь главная цель криптографии состоит в том, чтобы наоборот лишить нашу финансовую систему различных бюрократических приемов, которые они используют регулярно по отношению к нам с вами. Ведь именно криптовалюты со своими смарт-контрактами стремятся минимизировать количество сторон, участвующих в сделке между двумя участниками рынка, снижая при этом возможные транзакционные сборы и комиссии, которыми просто кишит наш с вами традиционный финансовый мир. Как по мне, это просто благородное дело, ибо мы уже давно перестали быть собственниками своих активов, так как львиную долю наших доходов все равно отнимет государство и банковская система, которой мы все принадлежим. Разрушить же этот порочный круг намеревается восходящая к солнцу технология блокчейн со своими новыми цифровыми элементами и сопутствующими им смарт-контрактами, и о чем символизируют активные действия различных стран и государств по внедрению данных элементов в свои повседневные процессы. Конечно, еще очень много стран боятся активно менять устаревшие устои и правила, не впуская новые технологии на свой порог. Тем не менее, я считаю, что этот вопрос все равно открыт, так как преимущества блокчейн очевидны, и это глупо отрицать. Поэтому это лишь вопрос времени, когда все мы перейдем в один большой децентрализованный мир. Если же говорить все более простым языком, InVench – это новая криптовалютная биржа. Но не спешите фыркать, утверждая, опять очередная биржа. Это не так. Более того, InVench представляет собой нечто большее, чем обычная криптовалютная биржа, так как причины, которые предшествуют ее появлению, несут совершенно другой характер, нежели те другие криптовалютные биржи, которые мы разбирали до этого. Что я имею в виду? Все очень просто. Когда-то давно на территории Тимора-Лешти прошли различные военные действия и сопутствующие им угнетение всего проживающего там населения, после чего данная территория пришла в некоторый упадок, и восстановиться традиционным путем ей было крайне сложно. Поэтому действующим правительством Тимора-Лешти было предпринято решение восстановить благоприятную среду своего района посредством массовой децентрализации всей территории, на что они получили лицензированное одобрение со стороны крупных лидирующих бизнесменов и таких стран, как Малайзия, Индонезия, Китай и Гонконг. На текущий момент времени данный проект успел получить уже 9 таких лицензий на развитие своего бизнеса по всем возможным направлениям. Так вот, мы подошли к главному элементу, сопутствующему всей этой одной большой истории появления InVench. Как и любая другая биржа, InVench намерена развиваться посредством своего внутреннего токена InVench, благодаря которому резиденты Тимора-Лешти наконец-то смогут избавиться от постоянно растущей инфляции и необходимости использовать чужие традиционные фиатные валюты. Поэтому с появлением InVench жители Тимора-Лешти смогут получить приток совершенно новых инвестиций, а также развить свой местный, средний и малый бизнес, что самым благоприятным образом отразится на всеобщем развитии всего региона, а также местного населения. Помимо же бизнес-направлений, команда основателей InVench намерена расширить возможности своего токена и начать его использовать даже в таких сферах, как здравоохранение, страхование, электронная коммерция, образование и много чего другого, что непосредственно относится к нашей повседневной жизни. Более того, InVench также намерен стать отличным публичным примером того, как общество путем новых устойчивых моделей и сопутствующих блокчейн-сервисов смогут выстроить крепкую экономическую модель, а также подкрепить все это своими прозрачными и стабильными высокими доходами. Конечно, цель и идея InVench – это они фундаментальны. Не каждый проект имеет такой размах и такие желания. И тем не менее, важно еще раз обратить внимание на то, что у проекта уже есть большое количество лицензий на то,
чтобы он воплотился в жизнь по всем нормативно-правовым нормам, а также законам. Более того, сам проект послужит отличным примером того, как с помощью современных инструментов и технологий общество сможет эффективно коммуницировать друг с другом, при этом исключая многие социальные и экономические проблемы. Ведь таких регионов в Тиморе-Лешти очень много. Взгляните только на страны Ближнего Востока, где уже не одно десятилетие ведется военная деятельность, приводящая всю внутреннюю экономику стран и государств в жесткий упадок и разрушение. Поэтому всем тем, кто не безразличен к судьбе подобных идей и проектов, я настоятельно рекомендую углубиться в ее изучение более подробно. Для этого я в конце данного обзора подобрал все доступные официальные социальные ресурсы InVech, по которым вы в принципе сможете продолжить свой путь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!